Воспитанников все больше, а очередь меньше. Дошкольные учреждения Одинцовского округа посещают почти 24 тысячи малышей. В ожидании путевки около 700 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Но это все еще выше того показателя, к которому мы стремимся. Наш показатель – очередь 0. В этом году у нас будут достроены и введены в эксплуатацию еще три новых детских сада. Это детский садик в Новой Трехгорке, Новоивановском и на территории жилищного комплекса «Одинград». Больше всего палисадиков в Одинцовском округе. Это дошкольные учреждения малого формата. Как правило, они расположены на первых этажах жилых домов. На сегодняшний день у нас функционирует 8 палисадиков. Это дает нам дополнительно 785 мест. В палисадиках полностью организован ничем не отличающийся образовательный процесс. Проект «Предшкола» стартовал в Московской области 2 года назад. Он должен повысить успеваемость учеников и сделать переход от дошкольного образования к начальному максимально комфортным. В 2021 году в проекте приняли участие одно учреждение. Это новый наш детский сад на 350 мест в городе Одинцово на улице Ракетчиков. В проекте принимали участие 45 воспитанников, возраст участников от 5 до 7 лет, и были задействованы 3 педагога. В 2022 участниками регионального проекта стали еще 9 дошкольных учреждений. До конца этого года новый стандарт будет введен во всех детских садах округа. Дмитрий Потапкин, Евгений Августина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».